По данным производителя Princess, да, учитывая его особенности структурные, да, Princess мы можем работать сверху на любой препарат. По данным производителя. Ну, я так делаю. Это как бы для меня, вот в моей практике, да, я тоже я не говорю, что я работаю только Princess, да. Вот, я работаю многими препаратами, да, какие-то приоритеты я для себя расставила. Вот, но Princess у меня, ну, помимо всех особенностей, да, я им очень часто работаю. Я это, ну, не только из-за того, что я в компании Корнеаль, да, работаю. Вот, он, во-первых, самое достоинство, что одним шприцом и поверхностный, и на косточный, это ну, замечательно. Ну, да. Просто ни одного такого препарата, другого больше нет на самом деле. Вот. Это для меня вот самое главное, одно из преимуществ. Второе, то, что действительно он по сравнению с другими, по крайней мере, не добирает воду, это однозначно. То есть я вот сделала, я вижу, что я сделала. Да? И то, что он... Да, не разминать, но это уже как бы плюсы, бонусы, это не, ну, не основной, да, плюс. И то, что можно его накладывать, если вот то, о чем я говорила, да, ко мне тоже часто приходят барышни, в основном это, конечно, молодые, да, и резвые, которые 3 месяца прошло, а я хочу еще губы туда и сюда. То есть, ну, естественно, я там фильтрую свои особенности, там где-то убрать препарат, где-то еще что-то. Ну, там нюансы, это уже рабочие. А как препарат выбора, если не прошло 6 месяцев, для меня всегда Princess. Ну, здесь, да. Предыдущие две точки вы видели, я контролировала. А про вот Princess пишут еще в интернете, что нет осложнений, типа не зарегистрировано ни одного осложнения на введение филлера. Ну, я не слышала тоже про ни одно. Естественно, к нам звонят, да, ну как к врачам компании Корнеаль, да. С какими-то проблемами там и из регионов там периодически бывает там раз там несколько месяцев, да, но в итоге потом, когда, естественно, мы запрашиваем фотографии, как, сколько препарата, каким, куда вводилось, в итоге каждый раз выясняется, что это либо инфицирование вообще при инфекционное воспаление, вот постпроцедурный неправильный либо уход, там выясняется, ну, до абсурдных каких-то нюансов, то нанесение блеска для губ, то еще что-нибудь, вот на самом деле. То есть препараты абсолютно, да, абсолютно.